Дорогие друзья, всем привет! Сегодня привезли нам Техноспарк 10 Pro для того, чтобы разблокировать его. У нас стоит аккаунт, телефон, он забыл ключ, потом постарался как-то делать по кнопочке, у него не получилось. И получилось так, что все удалился и аккаунт остался. Они старались, не смогли ничего делать. Обращались к нам, магазин Самбой, город Екатеринбург, технический 10, корпус 1. Потом, после этого, мы взяли, сказали, что будет 1000 рублей, полчаса. Мастер взял, сделал его за 5 минут, разблокировал, все, аккаунт, больше ничего нет. 100% работает. Если у вас такая ситуация, тогда быстро вам нужно, приходите к нам, прямо в магазин Самбой, город Екатеринбург, обращайтесь прямо сюда. За 1000 рублей ваша проблема решена. Есть такие, что Mi аккаунт получается, тоже дорого стоит он. Мы сделаем вам для вас скидка, как постоянный клиент. Приходите сюда обязательно, но не забудьте, прежде чем приходить, надо подписаться на нашем канале, чтобы мы были уверены, что вы смотрите наш канал и вы постоянный наш подписчик. Из-за этого мы делаем всегда скидку и быстро все сделаем четко. Ремонт у нас постоянно. Здесь 24 часа до архизмат шуму. И так далее, короче. Таких телефонов очень много будет у нас. Люди, которые привезет на ремонт, я обязательно у них беру, снимаю. Прежде чем дам мастеру, я сниму, чтобы вы видели и доверяли нам, что действительно люди приходят у нас ремонтирует телефон. Вот, честно, вот такой телефон за 1000 рублей прошивку, это бомба. Классно вообще-то. И как вы думаете, сколько стоит этот телефон? Пишите в комментариях, если вы знаете.